Добрый день всем! Сегодня буду делать салат из печени. Для этого что нам понадобится? Печень грамм 400, 1 морковь, лук, 3 вареных яйца. Так, пока у нас будет отвариваться печень 40 минут, мы на крупной терке приготовим морковь и лук. Варим 40 минут. На крупной терке подготовили морковочку, лук, 3 вареных яйца. До окончания за 5 минут готовки печенки мы сейчас обжарим морковочку с луком. По вкусу солишки и перец. Все, и оставим на минут 5 потомиться. Подготовили на мелкой терке говяжью отваренную печень и в сковородку на обжарку. Солишки по вкусу и перчику. Помешиваем, минут 10 ее обжариваем. Его не только дети любят, но и взрослые. Благодаря тому, что мы проходимся на мелкой терочке печени, все жилочки остаются вне салата. Очень приятно, и с наслаждением большим кушаешь. Кто импровизировал с заправкой данного салата сметаной или майонезом, напишите ниже в комментариях. Будет очень полезно узнать. Салат из печенки получается очень вкусный, нежный, сытный. В меру сочный. Всем, кому понравилось данное видео, ставим лайки, не забываем подписываться на канал. Всем до встречи, крепкого здоровья, пока-пока. Попробуем. Боже мой, какой он вкусный, нежный, просто волшебный. Друзья, делайте, мои хорошие. Вам очень понравится этот волшебный незабываемый вкус.